Друзья, всем привет! В Баку пошел снег. Вот такая вот красота. Конечно, для Баку это немного такое явление. На дорогах даже ни одной машины практически нет. Ветра нет. Такая красота. Вот здесь вот так все покрылось снегом. Никого практически, я имею в виду, на машине никто не ездит. Все так красиво, такая тишина. Вон детки играются. Снеговиков строят. Очень классно. Сейчас мы пройдемся. Чуть-чуть. Вот дороги вот так покрылись. Ну, пока, в принципе, минус один. Нету прям мороза. Ну, я имею в виду, пока не мерзнет. Вон там, посмотрите, на горе. Такая вот красота у нас. Продолжаем. А, ну дороги вроде бы посыпали. В принципе. Но заезд здесь, возможно, будет скользкий. О, кто-то едет, скользит. Машина не может, красная, подняться, подъем. Застрял. Я решил сегодня свою машину оставить, ну просто завести, чтобы она согрелась, но выезжать не буду. В принципе, дороги посыпали химикатами, то ли песком, то ли чем, но рискованно, конечно, выезжать. Такая вот красотища. Выкинем мусор. Ну, здесь вот хотя бы подход к мусорке почистили. Неплохо. Пойдем посмотрим, где наши детки. А солнце, смотрите, как светит. Ай, да, это просто что-то, да. Это такое удовольствие на это смотреть. Друзья, для тех, кто пишет, что я не надоело мне наслаждаться городом. Нет, друзья, мне городом не надоело наслаждаться. Я люблю свой город. А все, кто пытались писать какие-то оскорбительные комментарии, унизительные, там, враги, не враги. Ребята, этот канал не про политику, этот канал не про вражду. Этот канал про красоту города, которого я люблю. Для нас это редкостное явление, что в Баку пошел снег. Это очень красиво. Ну, автобусы ездят, в принципе, с транспортом, нет никаких проблем. О, красная машинка наконец-то выехала. Так, потихонечку не будем рисковать. Посмотрите, вау, просто супер. Ну, в принципе, машины ездят. Сейчас я засниму. Вот так пытаются в меня попасть. Что мы? А, в воду не лезь. Залез в воду. В воду не лезь, иди сюда. Наши детки играют, наслаждаются снегом. Тебе понравился снег? Да? Снег понравился? Нет. А, понятно. Ну чё? Красотища какая. А я в YouTube. А это в YouTube? Машинки, в принципе, ездят. Ну, там дороги чистые, в принципе. Пойдемте, нам еще за хлебом надо. На дороге практически машин нету, да? Идем там вот спросим. Ну что, друзья, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Снежный Баку, в Баку снег. Может быть, для России, для северных частей, то есть это нормально, но для Баку, поверьте мне, снег — это большое событие. Это как праздник, который в 5-6 лет раз возможно. Ну, возможно, что завтра и не будет снега. Это на один день. Ну все, всем пока, друзья.